У меня бессонница. Пожалуйста, помогите. Что мне делать? Мы посмотрели ваше видео про феназепам, про алпразолам. Нельзя ни то, ни другое. Так что же делать? Что попросить у врача? Что спросить в аптеке? А может, можно что-то другое сделать? Как обойтись без лекарств? А может быть, есть такое лекарство, которое я приму, и оно мне не навредит, а может даже и поможет? Что делать, если вы не спите одну или несколько ночей? Что делать, если вы не спите больше 3 месяцев, и у вас хроническая бессонница? Об этом сегодня это видео. Итак, сон. Сон – это физиологическая потребность человека. Мы все нуждаемся во сне. Так же, как в водичке питьевой, так же, как в воздухе, нам обязательно нужен здоровый сон. Глубокий, ровный сон омолаживает организм, оздоравливает все наше тело. О хорошем, крепком сне, наверное, не мечтает только тот, кто здоров и кто хорошо высыпается. А многие люди днями, ночами, неделями, а то и месяцами мечтают о крепком, оздоравливающем сне. Или хотя бы о любом сне, лишь бы он был. Потому что одна ночь тебя очень сильно измотает, одна бессонная ночь. А если у тебя несколько ночей подряд бессонных, и ты утром встаешь, ты никакой, разбитый, подавленный. Или же вы с трудом засыпаете, с трудом уснули, и вдруг что-то вас встревожило. Проснулись и больше уже не можете уснуть. Или же сходили в туалет и опять не можете уснуть. Или же спали-спали, и что-то ночью проснулись, кажется, как будто бы уже и ночь прошла. Смотрите на часы, ой, только 2 часа ночи, и дальше тоже не можете спать. И вот эти вот состояния очень мучительны. И как я уже говорила, если это длится 1 раз, 2 раза, ну ладно, там недельку еще куда ни шло. Но если вот это все повторяется от ночи к ночи, то здесь уже беда. Человек начинает болеть, у него нарушаются обменные процессы, нарушается вообще все в организме. И могут быть такие патологии, о которых даже не подумаешь, что это может произойти, и сбои в организме. Итак, бессонница. Есть 2 вида бессонницы. Одна бессонница короткосрочная, кратковременная, можно так сказать, которая длится до недельки, ну максимум 2 недели. И есть, которая 3 месяца и больше. Из-за чего возникают вот эти все бессонницы? А причин очень много. Это может быть тревожность, стресс, тревожность по поводу ожидаемого события какого-то. Может быть неприятности на работе. Может быть, неприятности в общении с близким человеком. Может быть, у вас вообще масса неприятностей, долги, кредиты, война, смерть близкого человека, болезнь близкого человека. А может быть, вы и сами чем-то болеете. А может быть, вы принимаете какие-то лекарства, которые и вызывают вот эту вот бессонницу. Что делать? Как быть? Что бы советовала лично я, зная, что лекарства, которые есть в аптеке, вот тут у меня многие лежат, которые ходовые, когда ты знаешь, что они вредят, что бы я могла посоветовать своим близким, родным, дорогим людям от бессонницы? Значит, первое, что поведенческая терапия. Это первое, с чего нужно начать. Первое. Я бы установила план.
Время продумала. Во сколько я собираюсь лечь, во сколько я собираюсь уснуть и во сколько я собираюсь проснуться. Хорошо построить план, обдумав его. Далее. Правильно реагировать на стресс. Саму себя, самого себя настроить на то, как я лично реагирую на стресс. Ну вот случился стресс. Ну что делать? Ну это случается со всеми. Что ж, бросаться в крайности? Нет. Мы будем планировать свой день. И правильно запланировать день. Посмотреть, что мы делаем в первой половине дня. На первую половину дня назначаем сами себе, приписываем себе, планируем самые энергичные, самые важные мероприятия на первую половину дня до 15:00. К вечеру стараемся запланировать более спокойный образ жизни, продумать, что мы можем сделать. Может быть, мы прогуляемся спокойным шагом, не будем заниматься спортом или еще чем-то. Прогуляемся, примем легкий душ, когда вернемся домой. Может быть, выпьем какой-то сбор из каких-то трав. Например, что мы можем выпить? Женщины, мужчины и женщины, разделяйте травы. Потому что некоторые травы дорогим мужчинам нельзя принимать, а женщинам как раз нужно. Значит, травы для женщин это могут быть мята, мелисса, валериана, душица. Мужчины. Зверобой, пустырник и изредка валериана. Те травы, которые я первой повторила, иногда можно и мужчинам, но не больше одного раза в неделю. Можно сделать из всех тех трав сборы, смешать их. Например, выпить валериану и мяту вместе. А можно и 5 трав сюда добавить. Сделать сбор и выпить этот сбор. То есть хорошо спланировать, что мы будем делать, как начнем бороться с нашей проблемой, с нашей бессонницей. Что можно еще? К этим травам сделать чай, чтобы он остоялся, остыл, стал тепленьким, добавить немножко меда. Можно выпить молоко с медом. Далее. Чем мы будем заниматься? Можно даже лечь, полежать час-два. Можно лечь в 8 часов вечера, если есть такая возможность. Прочитать спокойную книгу, послушать спокойную музыку или посмотреть спокойный, ненавязчивый фильм. Это где-то часиков 8. Телефон. В телефонах категорически у нас беда. Без телефона мы не можем... Да не можем вообще проводить какой-то промежуток даже времени. Но тут лучше его не просто отложить подальше, а лучше его вообще выключить. Потом говорят многие, что вот я, чтобы уснуть, я считаю до 100. Или посчитай до 100 овечек. Раз овечка, два овечка. А я бы советовала другое. А может быть стоит... Не думать не просто об овечках и не считать овечек, а можно, может быть, не думать об одном баране, который сидит в этой голове и не дает нам уснуть. Это совет для женщин. Просто выкинуть эти мысли из головы. Подумать о чем-то другом, о чем-то более важном, о чем-то более интересном, о себе хотя бы. Что еще? Запланировать ложиться в одно и то же время, чтобы не было, что сегодня вы ляжете в 9, а завтра в 12 или в 2 часа ночи. То есть запланировать и так поступать по своему плану.
Далее. Сон должен быть не менее 8 часов. И в 21:00 вы 100% должны уже оказаться в постели. Подводим маленький итог. Первое. Запланировали. Вечер спокойный. Никаких мыслей. Помните, как Скарлетт говорила? Об этом я сегодня не думаю. Об этом я подумаю завтра. Вот так и поступаем. Отлаживаем телефон. Вообще его выключаем. Все электронные устройства подальше. Книга, чай, покой. В 9 в кровати. Далее. Что можно сделать еще? Обязательно. Перед тем, как мы в 9 часов ляжем в кровать, мы должны хорошо проветрить комнату. В вашей комнате не должно быть сухо и жарко. Там должен быть прохладный, нормальной влажности воздух, свежий воздух. Ночью нормально спать для взрослого человека при температуре 19-20 градусов. Вот тогда здоровый сон. Далее, постель. Это должна быть удобная кровать, чистая постель, чтобы вам было комфортно туда лечь и комфортно в ней лежать. Хорошего качества постель, ни в коем случае не синтетическая, чтобы вам было приятно лежать. Иногда даже советуют, чтобы это было кто как любит, или же мягкая пижама, а иногда, может быть, и голышом лучше спать. Тогда тело соприкасается с приятной постелью, дышит хорошо, кровообращение хорошо, питается кислородом. Вот это здоровый сон. Что можно еще сделать, кроме питья чаев и трав? Я бы посоветовала вам сделать подушечку. Можно взять маленькую наволочку и туда собрать травы, которые успокаивают. Или же в платок, но чтобы было в натуральной ткани это все. Это может быть лен, это может быть ситец, это будет что-то приятное и натуральное. Что собрать в этот мешочек, в эту подушечку? Душицу, мелиссу, мяту, хмель, что еще можно сказать? Что тут я показала? Валерьяна, корневища, то есть успокоительные травы. Их очень много, но хотя бы вы, чтобы сделали сбор, чтобы это было от 5 трав и выше. Набили эту подушечку, легли, и пусть она возле вас лежит, подышите этими травами. Подышите минут 5-7, не больше. Главное, не усните на них. На этих травах нельзя спать. Потому что можно так уснуть. Моя мама такое практиковала, что очень тяжело проснуться, а то и с проблемами проснуться. То есть 5-7 минут ароматерапии. Подышать целебными, успокоительными травками. Можете попросить вашего спутника сделать успокоительный массаж. Не надо быть специалистом по массажу, чтобы сделать этот массаж. Простые поглаживающие движения по голове, волосистой части головы, по лицу, по спинке, массаж ножек, ручек, да чего угодно, но чтобы это был успокоительный, расслабляющий массаж. Что делать еще? У многих из нас живут с нами в наших квартирах и домах животные, которые очень часто беспокоят нас. Что это за друзья? Чаще это кошка, кот, куница, кролик или шиншилла. Очень часто эти зверушки могут вытерпеть полночи. А дальше у них называется состояние, я его назвала состояние белки. Они начинают носиться и вытворять ужас что? У меня тоже со мной живет кот. Я знаю, что это такое.
Так вот, лучше этих друзей на ночь для людей, у кого бессонница, отправить в соседнюю комнату, в коридор. Пусть буйствуют там. Далее. Вот вы это все сделали. Лежите. Настроиться на хорошее. Подошло время спать. 10 часов вечера, да? То есть 9 вы в кроватке уже лежите, расслабленные. Что делаете? Отложили книгу, телефона давно уже нет. Можно сделать дыхательную гимнастику самому. Посмотрите, в интернете очень много таких гимнастик. Можно даже самомассаж себе сделать, если нету спутника рядом или второй половинки рядом. Руки помассировать, лицо, вот головушку. Самим сделать массаж. Далее. У многих людей надо знать себя, хорошо свой организм. Есть точки, воздействуя на которые вы быстрее уснете. У меня, например, вот это вот здесь, вот эти точки расположены. Но каждый должен знать себя, где они находятся у него. Далее. Некоторым хорошо засыпать под музыку дождя. Почему говорят, когда на улице дождь, как я люблю спать? Или когда ветер? У каждого человека есть свое, как бы, то, что ему нравится, под что спать. Многим нравится шум ветра или же шум леса. Есть даже кондиционеры, вот, например, у меня есть такая функция в моем кондиционере, когда шум леса или шум ветра, это тоже помогает уснуть. Далее я вам говорила, что я посоветую, если вот это вот все не помогает, представлю вам препарат, который не будет так сильно вредить. Это мелатонин. Я про него делала видео. Они разные, вы меня смотрите по всему миру. Не концентрируйтесь на названиях, даже не буду поворачивать к вам коробочки. В любой стране, где вы меня не смотрите, есть разных фирм мелатонин. Я ниже в описании отправлю вам ссылочку про мелатонин. Это не просто препарат, который поможет вам спать, хорошо выспаться и хорошо отдохнуть и встать бодрым, не измученным, как после вот этих алпразолам и феназепам. Я про них тоже поставлю видео ниже в описании, сможете посмотреть. Этот препарат еще даже очень полезен многим людям. Посмотрите обязательно про него видео. Значит, было под феназепамом или алпразоламом вопрос про иглоукалывание. Мое мнение, поможет ли это? Хоть тот человек и писал, что это помогает, но хочу вам сказать, что иглоукалывание, даже это вообще пошло метод лечения с Востока. Япония, Китай, эти страны. Но даже там было очень много, не то что много, мало хороших специалистов, которые хорошо знали точки. Если говорить о наших странах, у нас любой невропатолог или любой человек, который курсы прошел по иглоукалыванию, почему-то может заниматься. У нас в Молдове куча специалистов, Украина, Беларусь, уже в Италии очень много специалистов по иглоукалыванию. Я бы на иглоукалывание не пошла. Я массажист, и я знаю, что такое точки. Поэтому очень осторожно к этому относиться. Я этот метод не советую. Сон. Сон – важная потребность организма. Если полностью отказаться от сна или сократить сон хотя бы на 4-5 часов, уже через неделю у вас начнутся хронические заболевания. Хронические болезни, которые укоротят вам жизнь. Почему наши дедушки, бабушки,
столько лет жили, доживали. Вот у меня вообще считается семья долгожителей, если учитывать дедушек и бабушек. Все доживали 90-летнего возраста, но они в 10 часов ложились спать, они уже были в кровати, а вставали, дедушка вставал в 4 утра, бабушка вставала часиков в 5, в 6 утра, на 2 часа позже дедушки. Днем они на час ложились отдохнуть. И это очень правильно. Не 2-3 часа спать в день, как многие сейчас делают, а не больше часа. 20 минут достаточно, чтобы дальше бодрствовать, хорошо работать и было все хорошо. Очень плохо, если вы работаете ночью, а спите днем. Это очень большая проблема. Начинаются проблемы очень часто с мужскими органами, с женскими органами связанные. Эндокринная система страдает, да многие органы страдают. В норме человек в 22-23 часа ночи, вечера, как сказать, уже должен спать. Тогда вот этот препарат, компонент мелатонин, он вырабатывается. Но уже с 45-летнего возраста он меньше вырабатывается. И вот тут и начинаются проблемы с засыпанием, со сном, с бессонницей. Насчет мужчин и женщин. Мужчины должны спать меньше на 2 часа, чем женщины. И для мужчин это физиологическая норма, это физиологически заложено так у мужчин. Это делали исследования ученые, и доказано, что в норме спать всем 8 часов, но мужчинам нужно спать от 4 до 6 часов. Полный сон должен быть, беспрерывный ночной сон, 4-6 часов. У женщин это должно быть 8-9 часов. И еще, я вот по мнению ученых, извиняюсь, мнение ученых, которые исследовали, сколько нужно спать, в каком возрасте, чтобы хорошо делились клетки, чтобы не было хронических заболеваний, не было проблем. Возраст до 1 годика часы сна, до 15 часов. 5 лет ребенка имеют в виду, 13 часов, 17 лет, 10 часов, 20-65 лет, 9 часов, 65 плюс, 7 часов, плюс мужчины спят на 2 часа меньше, чем женщины. И тогда это будет здоровый мужчина, успешный мужчина, потому что ритмы бодрствования сна и многие другие процессы именно от этого зависят. А если все мы делаем, не пьем на ночь бодрящие напитки, меньше кофе, меньше стимуляторов каких-то, все сделали, и тогда ничего не помогает. Что делать? Вот только тогда врач. И подготовиться к походу к врачу. Что сделать? За 2 недели до похода врача возьмите тетрадку и составьте расписание, график своего дня. Встали, что делали приблизительно, во сколько легли, как уснули, сколько спали, как проснулись. Это хороший врач будет, если оценит то, с чем вы пришли к нему. Ему будет легче разобраться в вашей проблеме и посмотреть, что же вас выбивает с этого ритма. Я надеюсь, что я собрала важную информацию, что можно сделать самим. Не спешить обращаться к таблеткам, не спешить за алпразоламами, фронтинами, за сомнолом, за диазепамом, феназепамом. Это ваши враги, а не друзья. А сделать то, что посоветовала я. И сделать это
месяц-два постараться самим взять под контроль ситуацию, взять контроль над собой, над своими чувствами, над своими проблемами. Я всегда говорю, что нету такой проблемы, которую нормальный человек не может победить. Проблемы, стрессы, кредиты, что бы с нами ни случалось, смерть близких, болезни наши или дорогих нам людей. Мы люди, мы очень сильные, мы сильнее алкогольных напитков, таблеток и других зависимых препаратов, антидепрессантов. Поэтому, если мы хотим быть здоровыми, если мы хотим жить долго и счастливо, то мы с вами должны обязательно сначала помочь себе сами и только потом пойти к врачу. На этой ноте я хочу попрощаться с вами. Я надеюсь, вы нашли ценные советы. И хочу пожелать вам всем крепкого сна, сладких снов, безопасности и безмятежности. Если у вас есть свои ценные советы, как побороть бессонницу, эту нашу, никак не подружку и не друга, недруга, напишите в комментариях. Если было полезно видео, ставьте пальчик вверх. А с вами была я, Елена, и ваш канал, ваш домашний лекарь-аптекарь.